создание этих мультфильмов, это, конечно, это самое интересное. И все-таки для нас, наверное, одно из самых сложных. Потому что рисование, допустим, на песке, это одна функция, да, для детей с ограниченными возможностями здоровья. Для рисования на воде это еще это, кстати, очень сложно, между прочим. Я когда увидел первый раз, когда наш научный сотрудник проводил мастер-класс, я тоже загорелся. У нас покажем мы рисунок, который делали дети уже, и вы увидите, что это достаточно сложно. А сегодня вы можете даже это попробовать сделать сами. А мультфильмы, это, конечно, это вообще высший пилотаж, потому что для этого есть специальные программы, для этого есть специальные столы. При этом мы закупили, еще у нас есть принтер формат А3, специально для распечатывания определенных рисунков, и потом эти рисунки могут использоваться детьми же для создания этих мультфильмов.